Всем привет! Это Народный патруль. Самые интересные события недели, снятые очевидцами, рассмотрим здесь и сейчас. А если тебе есть что показать, то делись с нами в WhatsApp. Телефон 8-924-855-2525. Также вступай в группу Народный патруль и подпишись на страницу в Инстаграме. Народный, нижнее подчеркивание, патруль 49. За городом продолжают находить брошенные машины. И если владельцу одной из таких не повезло сломаться вдалеке от дома, то, оставляя ее, помни, что вернувшись, можешь уже ничего не найти. На спуске с маски скорби кто-то катался, что ли, так неплохо. Летел вообще вон через кусты. Несколько серьезных ДТП произошло за неделю, как в городе, так и за его пределами. В частности, Toyota Fielder въехала в пятиэтажку на Колымском шоссе. По дороге в Балаганное водитель Toyota Cios влетел в Toyota Premio. А на Дукчинском шоссе Toyota Mark II напоролась на столб. Причем с места аварии водитель убежал. Коронавирусные госпитали открываются оперативно, но вот о их состоянии говорят редко. Откровенно, не самые приятные условия ждут больных в поселке Устемчук. Подробнее расскажет автор видео. Поселок Устемчук, больница. Это вот тумбочки вот такие. И на уже лет 100. Дырки все вообще. Батареи вот. Ржавые везде. Обогреватель советский еще, непонятно каких времен, стекла заморожены все, матрас хотел показать, матрас, бомбус, разорванные все, подушки, все черные, грязные. Ищи туалет. Советский старый туалет. Капельницы висят. Болты. Ванна. Тоже непонятно. Вода. Нету. Наверное, холодный. Здесь тоже нет. Здесь вон как сделано. Оп-оп-оп. Оп. Такая штучка. Раз. Оп, и вода пошла. Ржавая. Оп. И закрыл. Интересно, здесь закрываешь полностью. А он не работает. Здесь открываешь. И это также чик, и вода пошла, тоже видите, ржавая. Холодной воды здесь нет, очень жесть. Говорят, только ремонт здесь был. Лучше сокол в сумке, чем журавль в небе, подумал местный житель, перевозя сразу 7 редких краснокнижных птиц. По данным специалистов, на пернатых можно было заработать 14,5 миллионов рублей. Посмотрим, как проходило задержание. Предметы для перевозки и содержания птиц клетчатых. Что находится в данных сумках? Краснокнижные птицы. Птицы? В количестве? 7 штук. Кому принадлежат и во что упакованы? Мне. Все вам принадлежит? Да. Все 7 птиц, да. Вами. Откуда они у вас? Природа. То есть вы их сами добыли? Да. В таком виде, да, получается? Да, так, давайте с крылья отойди. Давай.
представлено 3 кречета самки белой морфы и 4 кречета самки серой морфы. Птицы в хорошем состоянии, оперение нормальное, птицы бодрые. Единственное, что голодные, а так все хорошо. Морского гиганта выбросило на берег из-за сильного шторма на полуострове Камчатка. Это горбатый кит, средняя длина которого 15 метров, а вес достигает 30 тонн. К сожалению, на момент записи ему уже ничем не помочь. А вот в объектив магаданских жителей продолжают попадать лисы. Рыжих можно заметить не только на природе, но и в городе. Держи камеру наготове, снимай и становись народным корреспондентом. Видео присылай в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 и подписывайся на наш аккаунт в Instagram. Народные нижнее подчеркивание патруль 49. А на сегодня все. До новых встреч!